Здравствуйте. Я по военному буду краток. Если говорить о 1918 годе, что это было такое, я однозначно скажу, что это была военная аннексия, наподобие той аннексии, которая состоялась в Австрии в 1938 году. Эта аннексия проводилась с помощью репрессивной машины, то есть армии, без жалости проводилась. На территории Молдовы есть многочисленные жертвы на всей территории Молдовы, о чем свидетельствуют многочисленные работы, которые были написаны. Но одна из самых таких знаменательных работ – это работа Герасима Гедерима, основанная на документах румынской сигуранцы. И все по первому вопросу. Если